Всем привет, друзья! Вы на канале Максим. И сейчас я написала. Мы едем покупать попугая. Клетка у нас уже есть. Вот. Мне нравится в этом блокнотике то, что тут жестко, а тут мягенькое. Давайте я вам покажу клетку, какая она огроменная. Вот она! Там уже попугайчик есть. Он не настоящий, это моя просто игрушечка. Тут кормушечка. Мы купим, наверное, кормушечку другую такую же. Только... Видите, тут есть крышечка, чтобы не вылетел, а тут нету. И тут есть дырка. Птичка может вылететь. Попугайчик. У мамы был попугай, и он отсюда вылетел. А у нас не вылетит, что мы купим другую кормушку, чтобы... Или как-то заклеим, что-то придумаем, чтобы этой дырки огроменной не было. И кормушечку мы купим, потому что кормушечка, она порванная. Поилка. Поилка. И можно я покажу, какая она? Она очень прикольная. Вот она. Вот такая. Отсюда наливается водичка сюда. Она заполняется, птичка пьет. Потом она снова наливается, и птичка опять пьет. Она наливается снова сюда. И когда птичка не захочет пить, она просто тут останется. Вот. Знаете что? Девочки не сильно разговорчивые. Знаете? Если знаете, пишите в комментариях. А если нет, тоже пишите в комментариях. А мы собираемся! Летим! Чуть не упала. Ой, едем, а не идем. Я хочу попугая как с гребешком. Как она называется? Карелла. Я не знаю, как да, она называется. Да, Карелла. Большого мы не будем покупать, потому что большой он сильно крикливый. Мы же не хотим себе сильно крикливую птицу. Правильно? Мы себе хотим самую обычную, самую простую. Ты готова выбирать? Кого ты там собралась выбирать? Попугая! Ну идем выбирать попугая. Уже слышно. Уже слышно? Ага. Ну давай. Пошли. Может сначала мышей купим или сразу попугая? Попугая. Попугая. Попугая? Посмотри. Ну вот, смотри. 30-40 дней. А это кто? Это не разлучники, да? Мам, посмотри. А, ну ты такого хочешь, ну это дорого. А сколько такой стоит? 350. А, 350, недорого. Да мы сейчас думаем, тут же выбор пока пал на... А вы же скажите нам, они не сильно кричат, вот те вот кареллы? Кого лучше? Зависит. Если есть место, можете хоть кареллу, хоть волну. Ну клетка у нас большая. Можете тогда и то, и то взять, как и то. Вот, поймите, тяжело сказать, что лучше, яблоко или груша. Вот объясните, что лучше. Ну так, чтобы ребенок и не кусал, и разговаривать, и добрый, и ручной. Мы так малышонка, я вам дам, что такого дам ручного. Угу. Что того могут на руке сидеть? Кира, ты какого хочешь? То есть это лично уже от вас. А? Если брать взрослого, то там без разницы. И тоже тоже. Мама, давай. Вот тут там вот в этом ящике 5 самых, остальные мальчики. Можно выбрать идеального мальчика.
30 дней консумки просто не снятся. Есть 200, есть консумки. А укусить, если вы придавите, ну это так, мне кажется. Ну, в общем, пока не сбрасывайте. Так что это, да я же не обижать, они не вас не обидят. Как-то так, знаете, сложно сказать, что лучше. Что вам больше нравится? Ну ты какого хочешь, Кен? Смотри, он бегает. Эти дольше всего. Этот живет где-то 12-15, где-то 30-40. Так что это же все по-разному. Ну, смотри, бегает. На хвосты все наступает. И вот у перловки две девчонки, вот у пацаны можно говорить. Ну, мальчики же разговаривают, девочки же не, они же лентяйки. А девочку тоже можно. Не, ну она лентяйка просто, да. Дольше учат. Мальчика быстрее. А эти волнистики почем? 170 гривен. Волнистики по 170. Ну что, Кирюх? А что оттуда один? Не знаю, но... Ну, видишь, никто не обижает, они же эти большие с этими уживаются мирно. Птица мирная, хорошая. Ну? Хочешь вот такого вот возьми? 3 месяца детёшка, вообще мальчик молодой, но... Ты красивый? Он еще перелиняет, будет желтый хохолок этот, ярко-красный щеки, это же просто детский окрас. Это вообще не кусается, еще не умеет кусаться. Ну, такой огромный. А давай такой. Ну, давай такой. Вот видишь, какой самый любопытный взгляд, такой детский совсем. Я просто переживаю, чтобы он сильно не орал у нас в квартире, Кир. Один орать не будет. А ручку надо ставить. Ага. Мам, можно такой? Можно. Тем более, как правило, а что, они едят то же самое, что волнистики? Привет. Гошик, привет. Добро пожаловать в новый дом. А дом будет? У меня дома королевство. Для него дома будет. А я, если палки убрать и качельку убрать, я попугай, я просто туда залезу калачиками, все легко. Ну все. Где твоя улыбка? Вот она. Все, мы же приехали домой, только не в квартиру пришли, но уже приехали на салюту. И будем знакомить с моими животными, попугайчика. Ну и будет непривычно ему и весело, потому что собаки всегда будут с ним рядом. И вот этот игрушечный попугайчик розовенький, который у нас сейчас лежит в клетке. Он будет с ним, он будет свистеть, ему не будет скучно где-то неделю. 2, 3 или 1 неделя, пока он не привыкнет к нашим рукам. Вот. И мы будем... Привет. Ладно, классница там просто. И ему не будет скучно. Самим. И он примет этого игрушечного попугайчика как своего друга, как своего знакомого попугайчика своей породы. И, кстати, этот игрушечный попугайчик такой же породы, у него тоже есть гребешок. Так что он полностью такой же породы, у него даже гребешок на голове есть. А ты знаешь, какая порода твоего попугая? Карелла. Карелла. Забыла, да? Знаешь что? Ре? Ну что, знакомить будем? Да. Знакомить.
санки, обнюхивайте. Тихо, тихо, только не сейчас, пожалуйста. Не ловите меня, пожалуйста. О, смотрите, как собаки довольны и счастливы. Да, что кто-то новый к нам пришел. О, Мишка, интересно как. Сейчас будем сейчас знакомить. Кирюха, раздевайся. Сейчас, подожди, давай я первое разденусь. Так вот жду, чтобы собаки не трогали. Давай. Теперь ты раздевайся. Так. Ну что там? Кто там? Не надо. Все, Кирюха, давай. Пугает. Они же пугают. Я включаю попугайчика. Гошик хороший. Гошик хороший. Он будет тут. Так, Кирюшка. Голос издавать, а мы сейчас. Зайка, может, ты поможешь? Держи. Нет, ты давай снимай, сама. А я буду. Собаки, кыш. Надо сначала, доча, вот тут открыть. Мам, мне повезло. Ты, главное, держи крепко, хорошо? Угу. Стой. Держи клетку, доча. Вот так хорошенько держи. Сейчас мы попробуем, чтобы он. Давай, выходи. Молодец. Давай. Выходи. Давай, молодец. Выходи. Ай, молодец. Гошик, вылазь. Выходи. Ой, умничка. Все. Закрыли. Все. Вот... Добро пожаловать, Гоша. А что они вот добро семьи? Пожаловать в нашу дружную и большую семью. Теперь надо Гошика накормить. Да, и прикрепить эту штучку. Давай теперь всё, дадим прикрепили. Ему покушать. Давай две. Ложи. Гошик. Гошик. Все, отлично. И... Сюда водичку. Нет, водичку сюда надо налить. А сюда еще как-то вот так, да? Нет, там надо будет еще закрыть и вообще как-то, наверное, убрать кормушечку. Я даже не знаю. Надо я вот... Чуть-чуть. Давай, насыпай. Так, возьми, дочь. Мне кажется, это вот так надо сделать. Вот. Все, и тут у нас есть, да? Но там надо побольше. Я сама смотрю. Боже, собака, ты бы что? Теперь Шанти будет сходить с ума. Тут чайная ложка, пусть там остается. Капец, теперь надо вот это подбирать. Миша, тебе тут не должно быть. Можно я потрогаю его? Не бой. Фу-фу-фу. Миша! Что такое? Кирюха? Миша, за крыло его взял! Чего ты? Ничего страшного. Миша, за крыло! Мишка, нельзя, ты что? Ну, только давай мы плакать не будем. Миша, ко мне. Фу, Миша. Шанти, иди сюда. Отсюда иди. Ой. Отсюда иди. Миша, Шанти. Миша! Это дурдом будет. В общем, если вам понравилось Кирино видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Малефисента. Всем пока-пока! Гошик.
Гошик, посмотри, какой у тебя красивый дом. Жанди, фу. Красивый Миша, у тебя Миша. Дом, да? Красивый Миша. Дом. Красивая клетка у тебя, да? Гошик, красивая клетка. Красивая клетка, красивый дом. Ой, какой красивый. Ой, какой красивый. Повыше. Не получится. Почему? Оно же упирается. Ну что, Гошик, тебе нравится? Гошик, тебе нравится? Упирается вот здесь, видишь, Дать? Гошик, тебе нравится? Ну ты хороший. Ну ты хороший, хорошая птичка. Давай попробуй туда руку засунуть. Пальцы, мам, руку не надо. Шанди, сюда нельзя. Фу-фу-фу. Двухсторонний. А он может ли... Шанди! Сюда. Да, попробуй. Ой, на качельку сел. Класс. Ух ты, катается как. Ух ты, какой. Ой, какой катается. Шанди! Гошику нравится. Классно.